Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для фестиваля Тайкон. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, зайдите хотя бы на одну из этих реклам на сайте. Далее побудьте на рекламном сайте около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. Далее, что нам нужно? Если у вас нету никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Star без ключа, Splash с ключом. Сегодня в ролике будут показывать Star. Значит, возвращаемся обратно. В поиске пишем фестиваль Тайкон. Нажимаем поиск. Получается, есть уже на сайте 15 скриптов для этого Тайкона. Значит, сегодня в ролике буду показывать четвертый по счету, где 5 скачиваний. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее мы его с вами копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Также сегодня буду показывать этот скрипт на фейковом аккаунте, потому что на своем основном я уже проверил, это все работает. Так что смысла мне нету показывать на основном аккаунте, потому что я второй раз получить не смогу то, что мне далось. Значит, в настройках ставим DLL от KernL, потому что с VRDS сейчас какие-то проблемы. Я не знаю, что у них там за проблемы, что там случилось, но почему-то в последнее время очень сильные неполадки у них случаются. Так что используем KernL. Напомню то, что KernL с ключом. То есть нажимаем кнопочку Inject. Как видите, появляется окошко. Ключ я уже получал. Значит, у вас откроется это окошко. Там будет ссылка. Вы эту ссылку копируете. Вставляете в поисковую строку браузера. Далее проходите капчу. Потом вас перекидывает на сайт. Вы ждете там 15 секунд. Опять вставляете эту ссылку, проходите капчу, ждете 15 секунд. И так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас покажется ключ. Вы этот ключ копируете, вставляете в это окошко, которое у вас открыто, нажимаете кнопочку Enter, и у вас получается заинжектиться. Далее, вставляем скрипт в сам чит и нажимаем кнопочку Xcode. Так, подождите, пока не нажимаем. Давайте я вам покажу то, что у меня предметы не получены, как видите. И также монет у меня 1300 всего лишь. Теперь нажимаем и смотрим, что происходит. Значит, мне дались деньги. Также у меня пошла автопрокачка всего Тайкона, как видите. И дались предметы. Только почему-то первый предмет не дался, очень странно. Но по идее должны были все даться. Но почему-то не все предметы дались, очень странно. Но, как видите, Тайкон автоматически весь за меня прокачался. В принципе, я думаю, это довольно полезный скрипт. Только вот я не понимаю, почему первый предмет не дался. А, вот, все. Как видите, все далось, отлично. Просто нужно было заново в эту гуишку зайти и посмотреть ее. Все, все четко. Единственное, что не дался, вот этот грант-приз. Также скрипт на этот грант-приз у меня есть на сайте. Вы, в принципе, этот скрипт тоже можете использовать, и вы получите этот грант-приз. Дальше, что вам нужно делать, в принципе, можете выходить с этого режима, потому что вы предметы уже получили себе на персонажа, а также Тайкон автоматически прокачался, деньги, как видите, у меня еще даже остались, потому что тут больше делать нечего, в принципе. Единственное, можно у вот этого дансера поиграть с ним, там нужно кликать, и, в принципе, больше тут нечего делать. Потому что прокачивать больше здесь вам ничего не нужно. За вас так уже все прокачали и открыли. Ну, вот такой на сегодня скрипт получился. Кому понравился он, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А на этом все. Всем удачи и пока.